London Film Production представляет. Дуглас Фэрбинкс-младший и Элизабет Бергнер в фильме «Возвышение Екатерины Великой». Продюсер Александр Корда. Режиссер Пауль Циммер. Сценарий и диалоги Лайо Шубиро, Артура Умпереса и Мелкиора Лентура. Оператор Жорж Перинат. Художник Винсент Корда. В ролях: великий князь Петр, Дуглас Фэрбэнкс-младший, Екатерина, Элизабет Бергнер, императрица Елизавета, Флора Робсон, Лекок, Джеральд Дюморье, принцесса Ангальцеркская, Ирен Ванбрук, Катюшенька, Джоан Гарднер, графиня Ольга, Дороти Хейл, графиня Воронцова, Диана Напье, Григорий Орлов, Гриффит Джонс. Россия, 1745 год. Охотничий домик великого князя Петра, наследника трона. Что вам угодно? Ничего. Тогда зачем вы здесь? Просто пришла попрощаться. В таком случае, до свидания. И пожелать вам счастливого брака. Но я вовсе не женюсь. Боюсь, это не так. Она уже здесь. Огарёв явился за вами. До свидания. Черт у вас! И Огарёва, и императрицу! Я не ребенок, чтобы меня женили. Чтобы мной помыкали женщины. Наследник трона.
Скорее детских погремушек и кукол. Пошли все вон. Убирайтесь вон. Вон. Орлов, ты что, не слышал? Вам нужен друг. Друг. Прости, Григорий. Эти женщины. Императрица обращается со мной как с несмышленышем. Посылает за мной, чтобы я женился на какой-то девчонке. Рано или поздно вам придется жениться. Может, лучше это сделать сейчас? Мне даже думать об этом противно. Начнется слежка. Подглядывание из-за угла. Петр, учись владеть собой. Я не раз тебе это говорил. Не забывай, тебе предстоит править Россией. Россией. Много ли нужно, чтобы ею править? Возьми мою тетю, императрицу. Если бы она не сидела на троне, быть ей на панели. Вся Россия это знает. И Россия это по душе. Таких бессовестных распутниц свет не видывал. Елизавета, императрица всея Руси. Ее императорское величество Елизавета, императрица всея Руси. Довольно. Вы снова пытаетесь нарушить мои планы, Бестужев? Девушка проделала дальний путь из Германии, брак состоится, нравится вам это или нет? Я думаю, Ваше Величество, вы не правы. Хватит. Не вам об этом рассуждать. Я права. Хватит, я сказала, достаточно. Уходите. Бестужев? Бестужев! Жаль, вы себя не видите. Я бы хотел удалиться от дел. Чушь. Свадьба состоится через 3 месяца. Конечно, девушке придется сменить религию. И ей необходимо новое имя. Скажем, Александра. Александра? Почему бы и нет? Столь значительное имя какой-то девчонки. Впрочем, как хотите. Я бы предпочел Екатерину. Хорошо. Видите, какая покладистая? Пусть будет Екатерина. Может, мы немного передохнем? Нас ожидает императрица и великий князь. Я знаю. Но у меня от России просто дух захватывает. Такая огромная страна. И коридоры во дворце кажутся бесконечными. Такое ощущение, что в Германии мы жили в хижине. Мы жили в замке в Щецине, лейтенант Орлов. Пожалуйста, возьми себя в руки. Не забудь сделать перед императрицей реверанс. Возможно, она протянет руку для поцелуя или обнимет и поцелует тебя. Как я узнаю великого князя? Он будет стоять справа от императрицы. Он высокий, как и вы? Он выше, Ваше Высочество. Выше? Я должна поздороваться с ним за руку? Возможно, он поцелует тебе руку. Пусть поцелует. И хватит вопросов. Ну, соберись. Распрями плечи. Посмотри на меня.
Почему ты не одет, как положено? Ради каких-то деревенских кузин? Ради девушки, на которой ты женишься. Этого не будет. У трона должен быть наследник. Он у него есть. Да, но ты не можешь жить вечно. Если у тебя не родится сын, мне придется. Я не против. Кому из ваших любовников вы окажете такую честь? Придержи язык и делай, что говорят. Нет. Ты женишься на принцессе Ангельцербской. Я ухожу. Останься. Делайте все, что хотите, я на ней не женюсь. Петр. Петр. Доктор, скорее. Что случилось? Я постараюсь узнать. В чем дело? Императрица упала в обморок. Великий князь не желает жениться на этой девушке. Ее величество потеряло сознание. Его высочество удалился. Я попробую все выяснить. Извините. Все кончено. Можно собирать вещи. Почему? Ты не нужна великому князю. Почему? Не знаю. Наверное, ты недостаточно красива. Но, мама, он даже не видел меня. Бестужев, ступайте к великому князю и скажите, что если он не женится на принцессе Ангельцербской, я посажу его в крепость. Через полгода я снова потребую ответа. Я повидаю императрицу. Этот брак – ее идея. Ей следует образумить молодого человека. Нет, мама, не делай этого. Он не должен жениться насильно. Пожалуйста, вернемся домой. Я увижусь с императрицей. Мама, пожалуйста. Я здесь не останусь. Офицер, как отсюда выбраться? Откуда? Из дворца, из города, из этой варварской страны. Но почему? Что произошло? Он меня оскорбил. Кто? Великий князь Петр. Вон вы о ком. Вы его знаете? Да, знаю. Тогда вам, вероятно, известно, почему он отказывается на мне жениться. Он даже не захотел меня увидеть. Ну, может, ему предложили руку других немецких принцесс, и он предпочел одну из них? Кого? Скажем, принцессу Мекленбургскую. Это невозможно. Почему? У нее усы, как у кавалериста, и зубы, как у кролика. Но в таком случае это принцесса Ольденбургская. Которая? Их ведь четыре. Четыре старых девы. Должна вам сказать, я намного лучше. И уж, конечно, красивее. И честолюбивее их всех. Так вы хотите стать императрицей? Хотите править Россией? Ерунда. Мне все равно, стану ли я императрицей. И буду ли я править Россией. Меня интересует только великий князь. А почему он вас интересует? Вы его даже не знаете. Почему? Мне твердили о нем со дня моего рождения. С 10 лет я уже знала, что стану его женой. Я думала о нем, мечтала о нем. Я влюблена в него, а он мне отказывает. Если все дело в великом князе, не советую вам переживать. Вы его друг? Я? Я его злейший враг. Чем он вам не угодил? Всем. Он плохой товарищ, опасный враг. Он жесток, подозрителен, тщеславен, никому не верит. И себе тоже. Короче, он непорядочный человек. Как вы смеете говорить такое о его высочестве? Вы забыли, кто я?
Я принцесса Ангельцербская. О, ваше высочество. Пожалуйста, покажите, куда мне идти. Разве я вышла не отсюда? Совершенно верно, ваше высочество. Сплошные лестницы и коридоры. Но вы уверены, что выход там? Да, ваше высочество, это наилучший выход для нас обоих. Не плачьте, мы найдем для нее мужа. Как это понимать? Тетя Елизавета, на какой день вы назначили нашу свадьбу? Петр. Сегодня счастливейший день в моей жизни. Вы приносите мне такое. Этот французский гений. Этот Париж. За последнее время они там все с ума посходили. Сколько у меня платьев? 5000, ваше величество. И все изумительные. Изумительные. Все, что может предложить Париж. Он должен создать платье, которое сделает женщину на 20 лет моложе. Что за кислая физиономия, Бестужев? Скажите что-нибудь веселое. С некоторых пор все, что я говорю, раздражает вас, ваше величество. Ступайте в церковь и ждите меня, Бестужев. Он невыносим. Я отправлю его в Сибирь. Шувалов. Что скажете? Ваше Величество выглядит в нем невестой. Нет. Я чувствую себя невестой. Кто сказал, что это платье плохое? Оно очаровательное. Очаровательное. Возможно, их следует немного укоротить. Да, ваше величество? Как я выгляжу? Безупречно, ваше высочество. Отлично. Поздравляю вас обоих. Как обоих? Тебя и принцессу. Ей удалось меня заполучить, а тебе одеть меня должным образом. На мой взгляд, вы, ваше высочество, нашли очень умную жену. Возможно. Ей помог случай. Ведь она не знала меня в лицо. Видимо, ей подсказало женское чутье. Что ты имеешь в виду? Для вашего высочества не секрет, что у женщин, так сказать, особый нюх. Нет, нет. Нет. Так она знала. Знала с самого начала. Бог мой, ваше высочество, мне это в голову не приходило, а ей пришло. Как она тогда сказала? Мне все равно, буду ли я править Россией. Меня интересует только великий князь. Негодная лгунья. Это, по-твоему, ум? Нет, нет. Ты это имел в виду? Поглядим, прав ты или нет. Со мной шутки плохи. Во что будет одет великий князь? Форму его полка. Он будет неотразим.
Он такой сильный, стройный. Рядом с ним я такая маленькая. Нельзя ли сделать меня чуть-чуть повыше? Может, это поможет? Да, туфли. Но мое лицо тебе не изменить. В нем нет благородства. Какая встреча? Я как раз о вас думал. Вы мне льстите? Что вы здесь делаете? Решила взглянуть на счастливых новобрачных. Говорят, она очень умна. О, да. Чрезвычайно. Когда я смогу вас увидеть? Что, если я скажу сегодня вечером? В 12 в охотничьем домике. Сегодня? Вы осмелитесь? Ее высочество принцесса Ангальф-Цербская. Значит, сегодня в 12. Ее величество Елизавета, императрица всея Руси. Вы берете эту женщину в законные жены? Да. Вы берете этого мужчину в законные мужья? Да. И лишь смерть вас разлучит? И лишь смерть нас разлучит? Лишь смерть нас разлучит? Лишь смерть нас разлучит. Вели Сергею подать сани. Минут через 20, ладно? Сегодня, Ваше Высочество? Сегодня. Когда ждать возвращения Вашего Высочества? Видимо, завтра. Ты поедешь со мной. А как же брачная ночь, Ваше Высочество? Для француза вы весьма старомодны, лекок. Вы были женаты? Официально нет, Ваше Высочество, но имею представление. Имеет представление. Так ты распорядись насчет саней. Простите, Ее Величество не сможет вас принять. Ей необходимо обсудить кое-что с ее новым адъютантом. Шуваловым. Шуваловым. Вот как. Женщине, как правило, не стоит сообщать мужчине, что она его любит. Смотря что это за мужчина. Любой попытается извлечь из этого выгоду. Только не я. Правда? В чем дело, Катюшенька? Что с тобой?
Со мной ничего. Но ее высочество, она выплакала все глаза, сидя в одиночестве. В одиночестве? Ты хочешь сказать, что он ее покинул? Его с ней не было. Думаю, он в охотничьем домике. Она так плачет, что больно смотреть. Свинья. Скотина. Болван. Животное. Екатерина, бедная моя, что случилось? Что он с тобой сделал? Где он? В жизни не слышала ничего подобного. Как он посмел со мной так поступить? С вами? Я отвечаю за тебя. Я не потерплю, чтобы с тобой так обращались, столь юный и беспомощный. Все мужчины таковы. И все полагают, что им это сойдет с рук. Но Петр на это пусть не рассчитывает. Я просто притащу его за шиворот. Нет, нет, нет. Для беззащитной женщины есть только один способ справиться с мужем. С первых же минут занять главенствующее положение. Мне это не нужно. Если он меня не любит, мы могли бы жить как друзья. Друзья? Никогда. Брак без любви аморален. Его цель и смысл в том, чтобы мужчина всегда был под рукой, в вашей власти. О, Боже, если бы можно было обойтись без мужчин. Но мы не можем без них, этих негодяев. Но как трудно с ними жить. Особенно с таким, как твой. Неуравновешенным, вздорным. Хороших любить легко. Все их любят. Но надо любить и иных. Им нужна наша любовь. И он тоже в ней нуждается. Ты любишь его? Да. Люблю. Тогда другое дело. Крайне сложная ситуация. Никто не в силах тебе помочь. Ты должна помочь себе сама, моя маленькая Екатерина. На караул! Что происходит? Торжественный офицерский парад по случаю годовщины Полтавской битвы. Ваша жена его принимает. Парад любовников моей жены. И принимаю его в сущности я. Для этого парада устроили. Вы гордитесь ими, полковник? В целом, пожалуй. Но в мои молодые годы мы были покрепче. Ничего удивительного. Ведь вы прославились еще во времена Полтавы, когда первым прорвали ряды шведов и получили это. И это. И это. Откуда вы все знаете? Ведь это мой полк, полковник. Господа. Я приглашаю вас выпить вместе со мной в честь нашего полка. Парад? Вольно!
Я проучу эту маленькую нахалку. Господа, мой тост за самый прославленный полк в мире. За ваш полк. Мой полк. Измайловский полк, с которым неразрывно связано имя полковника Корнилова. За полковника, за полк. Господа, чья очередь стать моим адъютантом в этом месяце? Моя, моя. Нет, нет, только не вы, Нарышкин. Вы слишком обременены делами. Делами, ваше высочество? Да. Например, девица из цветочной лавки. Вероятно, вы учите ее стрелять. Или маршировать. Петр, какой сюрприз. Может, присоединишься? Мне надо с тобой поговорить. Хорошо. Я освобожусь часа в 4. Прямо сейчас. Ладно. Вот только попрощаюсь с гостями. До свидания, господа. Извините, что покидаю вас. До свидания, Косинский. До свидания, господа, до свидания. До свидания, Нарышкин. Бородин, сегодня вечером вы ведете меня в театр, не забудьте. До свидания, господа. Мне больно. Тебе не стыдно? За что? За свое поведение, верх неприличия. Не пойму, о чем ты говоришь? О твоих любовниках. Моих любовниках? Да, твоих любовниках. В этом полку у тебя их с полдюжины. Полдюжины? А может, и дюжина. Точнее, 17. 17? Да. Что случилось? Вы вручили этой женщине полк. Знаете, что из этого вышло? За 2 года у нее было 17 любовников. 70? Нет, 17. А в чем, собственно, дело? Разве я не выполнила все его требования? 2 года я жила отдельно от него, тихо, уединенно. Не пойму. К чему поднимать такой шум? Есть предел бесстыдству даже при этом дворе. Я требую отправить ее туда, откуда она явилась. Ты требуешь? Иначе я сам этим займусь. Хватит, Петр. Подожди нас здесь. Екатерина? Сколько ты сказала? 17. 17? Ты уверена, что не 18 или 19? Нет, 17. А кто был первым? Я уже не помню. А последнего ты помнишь? Да. Нарышкин. Нет, я хотела сказать... Алексей Бородин. Подойди. Сядь. Мужчине можешь лгать сколько угодно. Но не пытайся провести в вопросах любви женщину. Пока у тебя не было ни одного любовника, Екатерина. Но не стоит этого стыдиться. Ты поступила правильно. Любой мужчина, узнав, что ты принадлежишь другому, вновь воспылает к тебе желанием. Но ты перестаралась. Нелегко простить женщине сразу 17 любовников. Твоя ненасытность объясняется тем, что ты все еще любишь своего помешанного муженька. Почему?
Может, тебе повезет. Надеюсь. Вы видели, как он взбешен? Он ревнует? Отлично. Но этого мало. Нельзя жить с 17 придуманными любовниками. Нужен один, но настоящий. Мы решим этот вопрос. Пойдем. Петр? Ты хочешь развестись? Да. Хорошо. А ты хочешь развестись? Да. Хорошо. Мы подберем тебе другую жену из семейства Мекленбург или Ольденбург. Согласен? Да. А ты вернешься к своей матери, ведь так? Так. Я разберусь с этим как можно скорее, а пока никаких дрязг. Ведите себя, как ни в чем не бывало. Позднее я сообщу о своем решении. Пойдем. Хорошо. Знаешь, именно сейчас ты начинаешь мне нравиться. Я всегда знала, что ты можешь быть очаровательным, если только не женат. До свидания. До свидания. Как тебе твои комнаты? Там уютно? Да, просто чудесно. Желаю приятно провести время. Провести время? Да. Я видела твою карету. Кто ждет тебя сегодня? Анна Талицына. Самая прелестная женщина Петербурга. А чем займешься ты? Еду в оперу с Бородиным. Самый омерзительный тип Петербурга. О вкусах не спорят. До свидания. До свидания. Подожди. Малютка Екатерина. Почему бы нам не пообедать вместе? Прекрасная мысль. Лекок! Лекок! Пошли записку графине Талицыной и сообщи, что я не смогу приехать сегодня, потому что, ну, ты знаешь, что сказать. А другую записку пошлите лейтенанту Бородину с выражением сожаления. Хорошо, Ваше Высочество. Сегодня следует накрыть стол в голубой комнате. В голубой? Смежной со спальней ее высочества, мэтр Дюваль. Обед сегодня должен быть легким. Не в семейном стиле, а скорее... Ну, вы знаете, что я имею в виду. И вино такайское. Оно придаст женщине вполне определенное настроение. Понятно? Двое слуг? Нет, только я. Есть обстоятельства, требующие присутствия француза. Нет, серьезно. Ты собираешься жениться на девице из семейства Мекленбургов? Она очаровательна. Золотистые до колен волосы. Цвет лица – кровь с молоком. Ты вроде говорила, что у нее кавалерийские усы. Нет. Скорее намек на усы. Пушок. Мужчины от нее просто без ума. Кстати, кто был первым? Что первым? Первым любовником. Моим? Да, твоим. Нарышкин. Когда это было? Погоди, это было 10 марта. Где? В Петергофе. Весной. Деревья были в цвету, а ты тогда был в Москве с певицей-итальянкой. Нарышкин научил меня ездить верхом. Вечером мы сидели у камина и читали Вольтера. А потом? Чтение, в конце концов, утомляет. И сколько все это длилось? До мая. Затем мы вернулись в Москву.
а в Москве появился второй. Кто это был? Гагарин. Сколько времени ты была с ним? Пока двор не вернулся в Петербург. До начала июня. 3 недели. В Петербурге произошел забавный случай. Ты помнишь бал-маскарад у французского посла? Нет. Дорогой, тогда ты был в Москве с Наташей Ронской. Да, вспомнил. Там был некий Орликин, который весь вечер объяснялся мне в любви. Я была уверена, что это Алексей Бородин. И что же дальше? Продолжай. Мы вместе сбежали с бала и поехали во дворец. А на другое утро я узнала, что это был Владимир Пашков. Он был так страстно влюблен в меня, что только через неделю мне удалось избавиться от него и позвать Бородина. И ты смеешь мне все это рассказывать? Глупец. Ты глупец. Ты глупец, глупец. Почему? Потому что все это неправда. Неправда? Абсолютно все. И у тебя не было 17 любовников? Ни одного. Зачем ты все это придумала? Почему ты бросил меня в первую же ночь? Потому что был дураком. Почему ты не идешь на бал? Лучше я останусь. Я хочу поработать. Я не хочу, чтобы вы работали. Вам нужно лечь в постель. Что будет с Россией, если я слягу? Почему бы вам не поручить все дела канцлеру и министрам? Дорогая, вам нужно лечь. Так сказал доктор Марсден. Пожалуйста. Как себя чувствует Ее Величество? Хуже? Во всяком случае, так говорит доктор Марсден. Не уноси это. Прочти, Екатерина. Да, хорошо. Что это? Донесение киевского губернатора. Крестьяне взбунтовались. Неурожай. Голод. Губернатор просит прислать подкрепление для подавления мятежа. Как твое мнение? Послать войска? Нет. Голод не осилит с помощью пуль. Нужно доставить муку и зерно оттуда, где урожай удался. Значит, так, по-твоему, следует поступать с бунтовщиками? Да. Когда взбунтуются мои крестьяне, я повешу губернаторов. Хорошо. Очень хорошо, малютка Екатерина. Ваше Величество появится на балу? Или бал следует отменить? Ее Величество должна лечь в постель. Где великий князь? На балу. Бал должен продолжаться. Останься, Екатерина. Займись этим. Вы думаете, я справлюсь? Не сомневаюсь. Кажется, Ваше Высочество, вы сегодня счастливы. Неудивительно, меня окружают друзья. Все до единого чудесные. И все до единого новые. Но меня-то вы едва ли назовете новым другом. Дорогой князь, я едва ли сочту вас вообще другом. Всего неделю назад вы меня просто не замечали. Нет, Ваше Высочество. Да, но неделю назад Ее Императорское Величество еще не была серьезно больна.
Огарёв, великий князь еще на балу? Думаю, его высочество уже ушел. Не лги мне, болван. Ушел сейчас, когда его окружают столько подхалимов, которые лижут ему пятки. Сколько их? 10, 20, 50? Рядом с его высочеством несколько господ. Он уже чувствует себя императором. Для него я уже в могиле. Траурный кортеж с телом моей незабвенной тети проследует по всем главным улицам Петербурга. Мы позовем всех. Пойду нарушу эту идиллию. Ваше Величество, дайте своему сердцу отдохнуть. Я никогда не давал ему отдыха. На мне будет форма... Постойте, что же мне надеть? Ее Величество! Нет, нет, продолжайте танцевать. К чему эти церемонии? Продолжайте, продолжайте. Как прекрасно вы выглядите. Благодарю. Спасибо. Ну, Петр, как ты? Неплохо, спасибо. Ты неотразим. Все наши предки обладали недюжинным здоровьем. Моя бабушка, прабабушка дожили до 86. Почему бы нам не поступить так же? Уверен, вы так и сделаете. И для России это будет великим благом. Вместо того, чтобы нетерпеливо ждать моей кончины, наследник трона сможет набраться опыта, научиться... Терпению. Терпению. Точно. Вот изумительная добродетель, Петр. Шувалов, я прекрасно себя чувствую и не прочь танцевать минуэт. С удовольствием сжал бы ее горло своими пальцами. Она надо мной смеется. Петр, она едва может стоять. Она хочет сделать из меня посмешище. Она очень-очень больна. Она переживет и меня, и тебя. Она проживет 100 лет. Что случилось? Что, плохо, Григорий? Совсем плохо. Отлично. Часовой, открыть окно. Там холодно, к чему это? Чтобы впустить смерть. Ведь ей нужно войти. Привет, черная или белая, или какая угодно. Прошу, добро пожаловать. Ваше высочество, Петр. Все в порядке, Григорий. Она умрет. Екатерина? Да? Екатерина? Да, дорогая? Где этот сумасшедший? Петр только что был здесь. Его очень беспокоит ваше здоровье. Его беспокоит, умру ли я. Нет. Я умираю, Екатерина. Я оставляю Россию и оставляю тебя на попечение у безумца. Нет, нет, он не безумец. Ты должна править Россией. Женщинам дано править, не мужчинам. Теперь я жалею, что не убила его. Нет, нет, пожалуйста, не надо. Он погубит Россию, он погубит тебя. Нет, пожалуйста, не надо, я умоляю вас. Ты все еще его любишь. Как может женщина сражаться, если она влюблена? А тебе придется сражаться. Ты или он. Убей его, или убьют тебя. Нет, нет. Он будет хорошим,
рассудительным правителем. Лекок! Лекок! Мсье Лекок, непостижимая воля провидения вот-вот лишит нас императрицы российской, моей возлюбленной тети. Вот почему, мсье Лекок, мне срочно необходим человек, обладающий не очень сильным характером и умом гораздо ниже среднего. Вы имеете в виду канцлера? Точно, мсье Лекок. Он сумасшедший. Жаль, что ты влюблена в него. Грех ли желать, чтобы ты не любила его? Скорее грех, что я не уничтожила его. И не доверила тебе, Россию. Что есть грех? Отпустит ли Бог мои грехи? Простит ли он меня, малютка Екатерина? Да, дорогая, на то он и Бог. Он создал нас и наделил нас слабостями и грешными мыслями. Но он наш Отец, и мы его дети. И как добрый Отец, он все нам прощает. Грехи наши и наше счастье. В качестве моего канцлера вы, Воронцов, немедленно приготовите несколько указов ко дню моей коронации. Что такое? Ее величество еще может поправиться. Верно. Может. Корабль, уверенно, идет ко дну. Положись на крыс. Она умрет. Нужны новые монеты, Воронцов. Я не в восторге от своего лица, но взирать на ее лицо больше не желаю. Новые формы для армии. Вернуть из Сибири всех, кого она выслала, и выслать тех, кому она благоволила. Орлов. Ваше Высочество. Ждешь меня? Спасибо. Большое спасибо. Только мне ничего не нужно. Я хочу побыть одна. Я знаю. И все же я прошу Ваше Высочество пойти к императору. Нет, нет. Нет, я не могу никого видеть. Мне нужно побыть одной. Его Высочество приказал подготовить несколько новых указов. Я знаю.
общество ждут потрясения. Но я не хочу вмешиваться. Не теперь, Орлов. Он такой подозрительный. Не сейчас. Совершенно невинных людей сошлют в Сибирь только за то, что они пользовались благосклонностью императрицы. Шувалов, Волконский, целое семейство Бестужевых, Ланской, отец и сын Куракины, жена, дочери, внуки. Хватит, хватит. Пойдем. С женщинами покончено. Больше ни одна баба не будет править Россией. Я издам закон, запрещающий женщинам наследовать трон. Что тебе? Выбирайся. Мы заняты мужскими делами. Женщинам нечего совать сюда нос. Вернись к императрице. У нее еще есть день-другой, чтобы надоумить тебя на что-нибудь. А потом приду я, и ты отправишься на кухню, где тебе и положено быть. А теперь ступай. Я пришла сказать, что императрица скончалась. Она мертва. Ей конец. 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 Да здравствует император. Послушай, малютка Екатерина, взгляни, что я успел сделать. Новые монеты, новая форма для армии. Все эти люди вернутся из Сибири, а эти туда отправятся. А теперь посмотри сюда. Еще 5 полков будут сформированы на западной границе. Ты посылаешь этих людей в Сибирь? Да. Всех. А может их казнить? Зачем? Они не совершили ничего преступного. Тогда зачем посылать их в Сибирь? Потому что я царь. Понятно. Отменная причина. И, конечно, ты хочешь доставить удовольствие всей этой толпе. По-твоему, они будут довольны? Они будут восхищены. Не будем тешить эту свору. Но кое-что мне по душе. Конечно, война. Григорий, в следующую среду военный совет. Это первая армия и австрийцы под командованием генерала Дона. Этого более чем достаточно, чтобы разгромить пруссаков. Тем временем генерал Румянцев двинется на Берлин. Это твой план, Румянцев? Вы одобряете его, Ваше Величество? Пожалуй. Я-то его одобряю, Румянцев. А как быть с Иваном Ивановичем? С кем? Иван Иванович. Кто это Иван Иванович, Ваше Величество? Ну и ну, господа. Кто такой Иван Иванович? Как же мы можем знать, что думает Иван Иванович, если мы даже не знаем, кто это? Ты, Румянцев, станешь фельдмаршалом. И ты тоже, Черников. Бутурлин графом. Панин губернатором. А что же будет с Иваном Ивановичем?
И раз мы не знаем, что думает Иван Иваныч, пожалуй, мне следует отправиться на его поиски. Кто это Иван Иванович? Что он имеет в виду? Извините, господа, я думала... Где император? Его Величество вышел минуту назад. Что-то случилось? Что-то не так? Ничего особенного. Что произошло? Его Величество считается с мнением какого-то Ивана Ивановича. Когда я спросил его, кто это, он ответил, в том-то и дело, кто это. Как же вы не поняли? Вот Иван Иванович. Вот он. Иван Иванович простой русский солдат. Миллионы и миллионы русских крестьян. Иван Иванович хочет обрабатывать свою землю, сытно есть, обнимать жену. Иоганн Мюллер из Померании хочет того же. Но они убьют друг друга. И сгниют в земле Померании, пока мы играем в политику, рассуждаем о славе. Как это не понять тому, кто любит Россию? Мы все любим Россию и понимаем вас. Румянцев, почему вы не можете понять его? Вот ты где, Иван Иванович. Скажи мне, что ты думаешь об этом плане военных действий? Ваше Величество, меня зовут не Иван Иванович. Ты просто скотина для бойни, Иван Иванович. Ваше Величество, я не Иван Иванович. У моего пса больше ума и бессмертной души, чем у тебя, Иван Иванович. Ваше Величество, меня зовут Иван Николаевич. Нет, господа. При покойной императрице Россия окрепла. Теперь ей нужен правитель-мужчина. И император будет великим правителем, если вы будете ему преданы. А Россия одарит его любовью и доверием. Россия любит вас. Вы понимаете Россию, и Россия понимает вас. Каждый солдат готов умереть по мановению вашей руки. Россия пойдет по пути, который вы для нее изберете. Екатерина! Петр, извини. Я пришла только для того, чтобы... Обсудить мое будущее с этими преданными господами? Нет, я просто хотела... Убирайся. Ступай на кухню. В детскую. Уходи! Нет, останься. С этими верными полководцами и отдай им приказы. Садись в мое кресло. Мои туфли уже на тебе. Капитан Орлов, пусть совет продолжается. Потом дайте мне знать, что решит эта дама. Ваше Величество. Что? Я жду мою дорогую Екатерину. Каждый русский взывает к вам, молит вас, и когда-нибудь вы отзоветесь. Никогда, никогда. В ожидании этого момента сотни людей, от офицера до рядового, готовы пойти на плаху со словами «Екатерина и Россия». Чего ты хочешь? Чтобы я предала мужа? Станьте императрицей российской. Императрицей российской? Императрицей российской.
Нет. Нет, Орлов. Я люблю императора и хочу быть лишь его женой. Ваше Величество, я глубоко сожалею. В чем дело, Гудович? Его Величество приказал... Что он приказал? Впредь, Ваше Величество, будет занимать французские апартаменты в правом крыле. Значит, здесь мне больше не жить? Его Величество приказал. Я хочу видеть Его Величество. Его Величество приказал. Но здесь все мои вещи. Разве я не могу захватить с собой книги или еще что-нибудь? Его Величество приказал до его распоряжения ничего не трогать. Понятно. Выходит, французские апартаменты. Благодарю, Гудович. Ее Величество глубоко сожалеет, что не сможет прийти. Какая жалость! Ступай и передай Ее Величеству, что лишь в ее присутствии я по-настоящему счастлив. Если ты вернешься без нее, тебя ждет иное предписание. Ты все понял? За вас, сэр Чарльз, посол Англии. И за вас, виконт, посол Франции. Я приношу искренние извинения, что Ее Величество не явилось приветствовать вас. Возможно, легкое недомогание или что-то с платьем. Как бы то ни было, Ее Величество женщина. Совершенно верно, виконт. Женщина остается женщиной. Слишком нездорова, чтобы явиться, но не настолько больна, чтобы не заняться нарядом для приема. Ваше Величество. Что? Извините, но, боюсь, вам придется пойти. Я не пойду. Вам необходимо его увидеть. Я же сказала, что не позволю себя унижать. Неужели это не ясно? Я понимаю вас, Ваше Величество, и знаю, что вы правы. Вот только... Что только? Мне грозит Сибирь. Он так сказал? Да, Ваше Величество, если я приду без вас. Я иду. Не вставайте, господа. Пожалуйста, сидите. Не переживайте, Гудович. Женщина может сидеть в конце стола и все же быть во главе его, а иная может сидеть во главе стола и оставаться последней из женщин. Вы слышали, что она сказала? Гудович, почему графиня Воронцова не получила орден Святой Екатерины? Орден Святой Екатерины вручается только членам императорской семьи, Ваше Величество. Она очень скоро станет членом императорской семьи. Правда, моя дорогая?
Позаботься об ордене и звезде для графини Воронцовой. Я сообщу о приказании вашего величества по инстанции. Вот вам Россия, сэр Чарльз. Возможно, такая проволочка в Англии? Если я не ошибаюсь, это орден Святой Екатерины? Это орден Ее Величества. Орден Ее Величества. Принеси-ка его. Быстро, Орлов. Попробуй меня рассмешить. Я расскажу вам одну забавнейшую историю. Арестовали капитана Прасака. Если мы будем медлить, нам всем не сносить головы. А теперь, господа, выпьем за первую даму империи. Я прошу разрешения, ваше величество, удалиться. Мне не здоровится. Вы тоже себя неважно чувствуете, виконт? Совершенно верно, ваше величество. Кому здесь еще не по себе? Нарышкин, если ты замышляешь что-нибудь против императора, твоя шея испытает неприятное ощущение, и тебе будет не до еды. И, возможно, ты тоже захочешь удалиться. Бородин, гарантируй комок в горле и удавку на шее. Можете идти. Все предатели и заговорщики, сидящие за этим столом, могут идти. Все убирайтесь. Остались только мы двое, малютка Екатерина. Небольшой интимный обед. Совсем как в старые добрые времена. С тех пор прошло 6 месяцев. Или 600 лет. Не бойся, малютка Екатерина. Ты же любишь меня. И не вступила в заговор против меня. Уж ты-то меня не предашь? Бедная малютка Екатерина. Тебя следует отослать в монастырь. Твою прелестную головку побреют.
Тебя посадят в крошечную каменную келью. Ни света, ни солнечных лучей, ни поцелуев. Лишь хлеб, да вода, да молитвы, да бичевания. И так до конца дней. Настало время принять решение. Мы не можем ждать ни минуты. Может мужчина полюбить женщину, подобную мне, Орлов? Мы не можем ждать. Мы должны вступить в схватку или умереть. Может мужчина полюбить женщину, подобную мне? С той минуты, как я вас увидел, я полюбил вас. Разве вы этого не знали? Спасибо, Орлов. Не будем терять времени. Расскажи мне о своем плане. Тут казармы Измайловского полка, вашего полка. Вот полк Холштейна. Он еще не примкнул к нам. Наша задача – убедить их. Мы никого не станем убеждать. Если Измайловский полк наш, значит, есть кому за нас сражаться. Если Холштейнский полк отказывает нас поддержать, мы будем биться против него. Да, Ваше Величество, я сообщу вам, как только смогу. Я иду с вами. Да, Ваше Величество. Что означает этот крест? Это группа самых преданных офицеров. Они прикроют наш отход в случае поражения. Поражение? Лучше не думать об этом. Разумнее послать этих офицеров на подмогу дворцовой гвардии. Да, Ваше Величество. И их задачей будет арестовать царя на рассвете. Арестовать царя? Ну, конечно. И что будет с ним? Что с ним будет? Ни один волос не должен упасть с его головы. Его необходимо обезвредить, Ваше Величество. Его следует арестовать и доставить в безопасное место, где за ним присмотрят. Позднее мы отошлем его в Швецию или Германию, или куда он захочет сам. Таково желание Вашего Величества. Таков мой приказ, Орлов. Возможно, я был неправ, подарив ей еще одну ночь. Пойду возьму ее за маленькую шею, и тогда эта дама перестанет быть опасной. Петр. Петр, ты все время о ней думаешь. Так что это я хотел сделать? Убить ее. Капитан Талицын, приказываю вам арестовать на рассвете императрицу и отослать ее под усиленным конвоем в монастырь Святой Елизаветы. Вы арестованы. Увести его. Тревога!
Устали, Ваше Величество? Я часто гуляла звездными вечерами со своим отцом. Он рассказывал мне, что у каждого из нас есть своя планета. Интересно, какая из них моя? Солдаты, я женщина, подобно вашим матерям и сестрам. И я знаю, что плоха жена, которая бросает мужа, потому что он был с ней жесток. Зато хороша та мать, что сражается за своих сыновей. Вы мои дети. Я пришла к вам, как мать всея Руси. И я буду сражаться за вас, как вы будете сражаться за меня. И я приведу вас к победе и к миру. Да здравствует императрица! Екатерина. Кэтрин! Екатерина! Вы мой пленник. Пленник? Кому ты служишь? Ее Величеству Екатерине II, императрице Российской. Петр. Что будет со мной? Тебе никогда не хотелось иметь крылья? Вероятно, смерть нечто подобное. Вдруг у тебя появляются крылья. Согласно приказу Ее Величества, вы должны покинуть дворец и под конвоем отправиться в Ропшу. Ее Величество Екатерина, императрица всея Руси. Доброе утро, господа. Доброе утро. Ну что же, друзья мои. Федор, соблаговолите сесть в карету, господин. А если я не хочу туда садиться, что тогда?
Не заставляйте нас применить силу. А я заставлю вас применить силу. Ну что же вы? Не бойтесь, господа. Император не злобив. И потом он очень устал. И с радостью отправится в это путешествие. Ваша карета, господин. Ах да, карета. Ведь ты поедешь со мной, Федор. Ты убедишься, что я достигну цели этого путешествия чрезвычайно быстро. Потому что я весьма утомлен. Что за шум? Ходят слухи, что Ваше Величество убили. Откройте окно. Я покажу им. Браво, малютка Екатерина. Прощай. Он мертв. Федор убил его. Кому-нибудь следует сказать об этом императрице. Григорий, это придется сделать тебе. Сегодня счастливейший день в моей жизни. Я всегда считала, что до меня никому нет дела. И вдруг я любима. И меня любят столько людей. Только бы не заплакать. Завтра начнем работать, господа. Счастье утомило меня. Мне надо немного отдохнуть. До свидания. Я знаю, чем я тебе обязана. До свидания, Борятинский. Ты знаешь, что я умею быть благодарной. До свидания, Корнилов, дорогой. Часть моей жизни принадлежит тебе. Я этого не забуду. Григорий. Что случилось? Ревнуешь? Уже? В чем дело? Ваше Величество, царь. Нет. Нет. Это неправда.
Это неправда. Григорий. Петр. Петр. Кто это сделал? Клянусь, я ничего об этом не знаю. Кто убил его? Кто это был? Кто убил его? Кто испортил мне победу? Кто сделал меня убийцей? Я же сказала, ни один волос не должен упасть с его головы. Я приказала. Я настаивала. Ваше Величество, я хочу знать, кто это сделал. Я накажу всех вас, если вы не предъявите мне этого человека. Уходите. Убирайтесь. Я не хочу вас видеть. Бедное, неразумное дитя. За все нужно платить, Ваше Величество. А что может быть дороже императорской короны? Я не хотела получать ее такой ценой. Зато Россия хотела получить вас любой ценой. Он всегда называл меня малюткой Екатериной.